Добрый день, друзья! Заокский район, Тульская область. Наталья и Сергей, Наташин и Сережа Сад. Приветствуем вас сегодня. Жара у нас сейчас в Московской области. Передали нам, что неделька у нас будет сильной жары. Оттого мы приостановили отправку посылок, друзья, до установления более комфортной погоды. Напомню, что мы отправляем саженцы при погоде не более 21 градуса, чтобы они доехали к вам в прекрасном, хорошем виде. А вот к самовывозу, друзья, мы вас ждем. Поверьте, нам есть что вам предложить. Очень много растений уже на цвету, некоторые, большая часть на бутонах. Поэтому приезжайте, кто находится рядом с нами. Я думаю, что вы обязательно найдете своих красавиц и останетесь очень и очень довольны. У нас богатый выбор гортензии метельчатой. В горшочках они зацветают немного раньше, чем в открытом грунте. Поэтому есть много вариантов, чтобы вы получили растение уже на цвету. Посмотрите, красавчики полистар уже набирают цвет. Не просто, смотрите, это маленькие саженцы, двухлеточки. Они уже начинают окрашиваться в розовый цвет. Вот так цветет полистар. Раннецветущий сорт. И начинает уже, смотрите-ка, показывать свои оттенки. Очень интересно за этим наблюдать. Вот так обильно цветет кустик. Низкорослый сорт, раннецветущий. Немного взрослых осталось совсем у нас. И малыши есть. Красивый, правда? Вимсред открыл своих бабочек. Показывает нам. Вот такие цветочки. Вот такие цветочки. Сорт гортензии метельчатой. Вимс Ред. Вот за что его любят. Цветочки подняты, лепесточки у них кверху. Вот в соцветии такие бусины. И среди них цветочки поднятые кверху, как будто бабочки сидят на соцветии. Они еще крупнее будут, вот только распустились. Сами цветочки будут довольно крупными у этого сорта. И вот так держат свои лепесточки вверх. Начинает зацветать геркулес. Это, друзья, вот двухлитровые и трехлитровые горшочки уже набрали вот такие вот соцветия. Скоро выдадут нам огромные шапки. Практически все, в общем-то, сорта сейчас на бутоне. На бутоне. Это Magical Candle. А вот Star Rose открывает потихонечку свои пропеллеры. Вот такие, как правило, состоят из 3-4 лепестков. Вот такие закручивающиеся пропеллеры сейчас будут разрастаться в размерах. Очень тоже интересный сорт. Металлика, известный, знаменитый, самый, пожалуй, сейчас сорт такой востребованный, да? Не везде он есть.
тоже не все саженцы, но и в том числе саженцы вот уже набирают соцветия. Набирают соцветия. Пока есть, друзья, металлика. Более взрослые экземпляры мы пока наращиваем. Наверное, постараемся предложить вам их в следующем году уже в большом взрослом варианте. Те, кто хотел приобрести взрослые кусты. Вот еще кусочек Star Rose. Нравится мне этот сорт. Вот 4 лепесточка он имеет. Как правило, 3-4 лепесточка он имеет. Такие пропеллеры на ножках закручиваются. Это вот тоже молодой саженец. Двухлеточка. Тоже практически все на бутонах. Magical Moonlight. И тоже уже открывает свои цветочки. А это мой любимый Skyfall. Очень я выделяю его из других сортов. Посмотрите. Начинает он открываться. Гиацинтовый сорт. Его соцветия становятся, вот когда раскроются, все цветочки, он в основном стерильные соцветия, то есть все цветочки откроются, будут вот так немного закручиваться, как у гиацинта. Плотное соцветие и вот как огромный-огромный гиацинт. Очень красиво, когда чуть-чуть он почти все время белый, под конец сезона приобретает такой розоватый оттенок и становится от этого еще рельефней. Очень-очень я его люблю. Вот тоже в горшочках уже набирает он. В этом году, конечно, цветение немного все задержалось, да, из-за заморозков. Сами знаете. Вот. В принципе, маточные кусты тоже у нас все на бутонах. Слава богу. Но чуть запоздало цветение, конечно. Тем не менее. Итак, друзья, что же я сегодня хотела вам сказать? Хотела сказать, что недельку мы не отправляем вам посылки. Но если есть желание, то, конечно же, принимаем заказы, показываем саженцы, оформляем и ждем более комфортной погоды для того, чтобы отправить их почтой России. А тем, кто находится рядом с нами, мы в спокойном режиме ждем вас к нам в гости за самыми лучшими саженцами гортензии метельчатой. Находимся мы по адресу: Тульская область, Заокский район, СМП Одуванчикова, дом 249. Территориально это Симферопольское шоссе, трасса М2 вблизи деревни Болотово. К нам очень просто попасть. Заезд к нам через деревню Русятина, а съезд сразу на Симферопольское шоссе. Вот, можно слышать немного, оно нам шумит. Совсем рядом находится. Приезжайте, друзья, мы подберем вам прекрасные растения. Бобо. Весь на бутонах. Вот такой красавчик. Ждем вас. Подписывайтесь на наш канал. Заходите в сообщество «Моя гортензия» ВКонтакте. Там очень много интересного, полезного по выращиванию гортензии. И, конечно же, идет активное общение между гортензиеводами. Наталья и Сергей. Ждем вас в гости.